20 октября, сводка погоды с пляжа Любимовка 2. На улице с утра сегодня было плюс 5, это уже четвертый день подряд. Поэтому рыбаки появились на море, вот там вдалеке. Вот там рыбачат. И здесь вот сейчас посмотрим у нас. Вот они сидят. Рыбачки. Сейчас подойдем, поинтересуемся, как у них улов. Есть ли там что. Ну а потом сходим в устье реки Бельбек, посмотрим, что у нас там нового. Итак, приступаем к обходу. И начнем с крайнего правого. Похоже на Валерия Михайловича по комплекции. Сейчас узнаем. Рыбачки, как дела? Точно Валерий Михайлович. А я думаю, когда друг мой придет. Сиди тут, понимаешь, на стульчике. Кофе не пьешь, нет? А я могу показать тебе кое-что. Что, поймал что-то, да? Нет. Так я специально пришел сегодня посмотреть. Да, иди сюда. Давай, показывай. Неужели есть чем похвастаться? И видишь сколько? Так похолодало, видишь, рыба пошла к берегу. Ну вот, Николай, его накинуть на камни. На камни, на камни, да, на камни. Ну что, ребята, сегодня он говорит, что есть что показать. А вчера? А то вечно рассказывает, говорит, сижу целый день, только рыбу кормлю. О, да. Да, о, это хорошо, прям приятно посмотреть. Недаром я вышел сегодня на море. Ну, это что, со всех собрал или что? Первые. Я не звонил, что я приду. Ну вот, я думаю, что вчера я поймал 15 штук. Да, ты что? Да, фотографии я просто тебе не сбросил. Ну, сбросили, я к этому фильму добавлю. Что, смотри, Да. Да. Ну что, ребята, как мы говорили, что похолодает, рыба пойдет к берегу. Вот она и пошла. Белорусам привет. Да, был да, в Белоруссии, да. Ни одной рыбы вы мне не дали поймать. Приезжайте, вот тут я угощу. Ну, хоть не зря просидели. Да. Рыба вся одинаковая, она проходная стала. Да. А с речки вся вышла уже, да? Да. Ну все понятно. Ну, раз речка открылась, значит рыба ушла в море. Ну ладно. Раз, ну, четыре хороших, два, я вижу. А три, то мелочь все. Четыре. Четыре хороших. Ты не считай даже. Хороший берем считать. Мастер. Ну что, поздравляю, молодец. Жду фотографии. Да. Добавлю фильм. Да-да. Давай. День добрый. Можно взглянуть, поймали чего? Одну рыбу всего поймал, с этого смотри. Так, Валерий Михайлович, поделись с ним. Да, у него поймал, молодец сегодня. Ладно, успехов вам, не хвостаньте чешуи. Где-то озеро стало уменьшаться. Все потому, что речка осенью вскрылась. То есть вскрыла где-то береговую черту. Были дожди. Она вскрылась и выпустила рыбу, что приходила весной на нерест в речку. Выпустила в море. И сейчас внешний вид речки вот такой. Пока не было сильных штормов и не заперла речку опять песком, речка уныло течет, впадает в Черное море. Вот такая картинка на 20 октября 2024 года. Вся в море, ждет следующей весны, чтобы опять прийти на нерест. Здесь тоже на пляже в Любимовке один есть рыбачки. Они тоже сидят, рыбу ловят, но их немного. Ветер сегодня не сильный, такой слабенький ветерок северный, даже градусов где-то 15 можно взять, северо-восточный. Вот,
такая картинка на 10 часов утра на пляже Любимовка 2. Как речка вскрывалась, можете посмотреть по ранее опубликованным сюжетам. Вот так целый день. Заброс, поклевка. Вытащили. Ничего нет. Опять меняем наживку. Заброс, поклевка. Бац, есть кто-то. У нас рыбачка. Часто она соревнуется с нашими мужчинами негласно. Но, к сожалению, она не может далеко забросить. Поэтому она ищет, где рыба. Забрасывает в разные места. Ну и успех у нее есть тоже. Вот. Висит у нас тут одна. Вот я смотрю, там не одна, но видно одну большую. Долго выбирает. Видно, далеко закинул. А, пусто. 19 октября 2024 года. Местное время 16 часов. Нахожусь на лазурном берегу пляжа Бельбек. Песчаный берег, камешки. Забросил в это черное море удочки с надеждой, что рыба под названием кефаль подойдет сегодня. Вот такая рыба. Под названием кефаль клюнула у меня. Вот живая рыба. Неплохая по величине, но что одна только. Хоть бы три попалось. Вот. Ну что, будем ожидать, что может еще море подарок сделает рыбаку. Дорогие друзья, продолжение сегодняшней темы рыбалки. Это вторая часть. Вот сегодня получилось, что вот такие рыбы поймались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Еще пару оборвалось. Десятка. Да. Я считаю, что неплохая сегодня рыбалка получилась. Вот с этой рыбой уже можно что-то сделать. Вот. В таком разрезе. И более-менее такая, наверное, проходная уже она получилась вот здесь. Поэтому как-то отработали сегодня более-менее с товарищем.